Вот то, что у меня выпало из раствора, из которого предварительно был выбит палладий. Металл серого цвета. На самом цинке присутствует красноватый налет небольшой. Возможно, еще остатки палладия. Теоретически. В растворе номер 3 у нас выпал осадок. Быстренько. Пытался его растворить в серной кислоте, не получилось. Я его отделил, перелил в другую мензурку. Ой, в смысле, это самое. Кристаллический осадок залил соляной кислотой, раствором. Попробовал подогреть, растворить. И сейчас мы попробуем бросить сюда кусочек алюминия. Посмотреть, что у нас здесь выпадет. Вот. Реакция длительная, поэтому сейчас мы выключимся и включимся, потом когда реакция пройдет уже. Так, реакция пошла, алюминий растворился. Сейчас посмотрим, что после растворения останется что-либо или нет. Если останется, значит мы выпили какой-то металл. А если все растворится, значит, скорее всего, это были силикаты. Соли кремниевой кислоты. Никотина все растворяется, значит ничего там нет у нас. Ладно, подождем еще немного. Алюминий у нас растворился без видимого осадка. Там что-то плавает немножко. Так что это были соли кремниевой кислоты. Ладно. Подождем, что завтра нам этот раствор покажет еще. Если факты будут.